Во дворце спорта «Видное» прошел семинар-совещание, которое провели депутаты Московской областной думы. На мероприятии они встретились с народными избранниками Ленинского городского округа, чтобы поделиться опытом в части законотворческой деятельности. Мы, во-первых, обязаны информировать вас, своих коллег, о том, над чем работает законодательный орган власти нашего субъекта Российской Федерации, ее основные подразделения. Перед собравшимися выступили председатели основных комитетов, работающих в областном парламенте. Поднимались темы формирования бюджета, имущественных отношений, здравоохранения и социальной защиты населения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в контексте развития муниципальных образований региона. Основные принципы организации местного самоуправления закреплены, как вы знаете, в Конституции Российской Федерации, на которой сейчас вот работаем, изменяем, совершенствуем, и в 131-м федеральном законе. Во время семинара депутаты округа задавали свои вопросы и делились мнениями на обсуждаемые темы. По итогам встреч со своими избирателями они предложили коллегам инициативы для изменения региональных законов. В свою очередь депутаты Московской областной думы взяли на заметку ряд предложений. Я надеюсь, что через время мы обязательно вернемся в ваш городской округ, поговорим, в том числе и по тем вопросам, которые сегодня нам были заданы, которые мы взяли для работы непосредственно в стенах Московской областной думы. Подобные мероприятия проходят в Подмосковье на регулярной основе с 2007 года во всех муниципальных образованиях. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.